Сегодня, 13 октября, в Чебоксарах с утра пошел небольшой снег. По ночам синоптики ожидают заморозки. Температура может опуститься до 0 градусов. Это видео мы получили сегодня в рубрику «Мобильный репортер». Нынешняя осень создает впечатление холодной, но по данным портала «Погода-21» сентябрь оказался в рамках климатической нормы. Уже в пятницу немного потеплеет, но в выходные опять ожидается мокрый снег и, возможно, установление временного снежного покрова. Для Чувашии первый снег 13 октября – это не рано. Если вспомнить осень 2014 года, мокрый снег пошел уже 4 октября, а к концу месяца намело высокие сугробы. В 2014 году именно в этот же период прошел ледяной дождь, деревья, провода и дороги покрылись коркой льда. Всю вторую половину месяца погоду на европейской территории России будет определять холодный антициклон. Существенных осадков в это время не предвидится, а показания термометров останутся на отметках 0 плюс 5 градусов. По ночам ожидаются заморозки.